Шурик. О, хорош. Мы с Ирой вчера были у Best Food Fest. Best Food Fest. Фуд. Ну, ми готували, коротше, із проф-поваром круасан. Ригаточ, як воно називається. А ти будеш нарізати у нас пастернак. Як його різати? Ось таким образом. Я поки покришив, вони вже зробили салат. Не відходити вже? Ну, там була якась трава. Трава була. Типа этот паростки, як вони ці? Паростки подсолнуха. Чи як вона там називалась? О, я ж миску, короче, цю сковородку там этот крутив. Отак. А ну давай. Молодца! Сразу 15-го все будет отлично. Получилось. 15 раз казали, конечно, но, кажу, получилось. Сашка, пошли. Уходим красиво, давай. Я не один. Дуже відкрита дитина, щире серце в нього. Просто ніхто. Я особисто вболіваю за Сашу Бурядинського. Я йому бажаю перемоги і шлю за нього смс. Ну так люди радуются. К нему так все бегут сфотографироваться. Все говорят, что любят. И я вижу, что у него он не задирает нос в этот момент, а он стесняется. Он должен будет измениться, что-то новенькое показать, что-то неожиданненькое. И в этом эфире. Это сложно. И каждый раз все сложнее. Поэтому что он там нам приготовит, что он нам покажет, это для меня загадка. Мы настроены очень серьезно. У нас полно сил, мы бодры и веселы. Поэтому ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, что может быть. Все получится. Если захотеть, все получится. Я хочу.